Так, всем привет, ребята. Ну опять, мне тоже было. Давай теперь. Нет, да нет, Что ты подожди. хочешь? Что ты хочешь? Сейчас все Что будет. ты делаешь? Сейчас все будет, Никит. Где связь? Где камбэк? Сейчас все Где будет. держитесь там? Так, стоп. Нам необходимо Е5 провести. Что пойдет D6 пойдет. А, не, Нет. помогает. Я пешку потерял. Подожди, подожди. Кто кого У меня потерял? тут есть замысел. Е6, Е6. Это в чем идея? Напасть на пешку. И? Ну, это же круто. Теперь можем Может быть. взять тут. Давай. Так, правда, вроде нельзя в шахматы играть. Не, можно. Смотри. У нас хорошая структура. Король Е2 или король Д1? Король Е2, Король конечно. Е2, конечно, идейный. Полностью согласен. Ну, веншпилек нужно королю ближе к центру, конечно. Активный король — это Мощный залог. удар. Разве что психологически. Так, ну, вот он грамотно перекрыл диагональ для нашего слона, который стремился на b5. Тактика. На тактику с трудом тянет. Ну, хотим, чтобы он ослабился f6. Нужно вынудить f6. Ну, вообще, он повелся. Нет, погоди, погоди, может это замысел? Какой? Какой-то Отъешь замысел. пешку. Король идет на F6, а нам... Можно, знаешь, что сделать? Есть прикольная идея. Конь d5 поменять ферзей. Тут не ЕД пойдет, как он поменяется. Придется играть так. Да, прикрыли пункт d2. Че, ничего нет ее? Ну, сейчас мы побежим. Не сразу. Куда побежим? Куда мы побежим? Хороший вопрос. Ну, давай так. У меня есть какое-то дурное предчувствие насчет этой позиции. Я, Почему? ну, даже не знаю. Понимаешь, нам висит мат в один ход. Ну, Нам висит мат в один ход, понимаешь? король f2. Король F2. Тогда будет вечный шах. Нет, нас это абсолютно не устраивает. Совершенно верно. Мы бьем тупые ходы и дальше. Стоп, есть идея какая-то. Ферзь d5, может, там где-то. Нужно как-то вот заставить его пойти Е4. Ой, Е5. Не очень понятно как. Выдержитесь там. Так, вот это зачем Б3? Напали на Конь, коня. по-моему, стоял. А? Напали на коня. Конь, по-моему, стоял идеально. Он не мешался. Малёха, туповатый ход. Я думал, здесь конь d5. Ладно, придется уйти. Самое главное — признать свои ошибки, ты же Совершенно понимаешь. верно. Надо признавать их не переставая вообще. Так, ну что? Вроде пока держимся. Там. Очень мало времени для белых. Единственный вот недостаток. Все хорошо, время Да, мало. все замечательно. Мат неизбежен, по-моему, кстати. Почему? А как ходить? Король e8. Ну, фикс d2 и фикс c3. Ладно, Идеи. ничего лучше нет. Будем биться до конца. Конец близок. Выдержитесь там. Идея такая, король идет сюда. Ну да, конечно, конечно. А как по-другому? С этим Вот надо с этим каким-то идти. чудом перевести всех туда. Так, ну вроде пока ничего не грозит, а мы создаем угрозы. Да, мы создаем угроз. Круто. Я и не знал. Все. Все, угрозы созданы.
Так, ну что? Ничья. Так, что грозит уже все, пипец. Грозит пипец. Со всех сторон, почему? Ну, конь G5 самый красивый мат. Ладно. Не срослось.